Добрый день, с вами компания «Печной мир». Сегодня мы решили снять видео про наши двери, про фурнитуру для каминов, печей. Но здесь сделаем акцент, что мы не будем снимать сегодня про чугун, про обычный, а снимем про наше производство, про нестандартные двери, которые мы изготавливаем для каминов, для барбекю. Задача, так как, допустим, построен нестандартный камин, нужна дверь, не подходящая под литье, под чугунное, но дверь нужна, чтобы защитить от искр, от выхода воздуха. То есть подобные двери, сделаны они из стали, с термостойким стеклом, с прокладыванием термостойкого шнура огнеупорного, с затворным механизмом. Сегодня мы пройдем, посмотрим, как они изготавливаются, как наши девочки-менеджеры работают с клиентами, расскажем. И посмотрим все этапы прохода от начала до конца. Алексей Петрович, руководитель производства дверок, сейчас нам расскажет о технологии производства вкратце и о том, где мы их производим и как это делается. Алексей Петрович, вам слово. Здравствуйте. Изготовление дверей проходит в цеху. Сперва выкладывается все по размерам, потом каждый квадрат вырезается, ласточки, на них делаются полные провары. Это делается для того, чтобы потом дверь ни в каких случаях не повело. То есть она будет надежно стоять, не будет никаких ни поводок, ни погрешностей. То есть вот выставляется все, сварили, потом дверь переходит в стадию, вот там есть уже готовая дверь, можем показать. Вот так выглядит уже готовая дверь перед покраской. На дверке делается квадрат 10 для усиления. Также он служит для прижима стекла к двери, чтобы стекло было надежно стояло, зафиксировано. Делаются дверки со створками, с перемычкой. И как здесь видим, без перемычки. Вот этот квадрат, как бы он держит это все. Здесь полные провары везде. Максимум может что повести, это 2-3 мм. Но мы для этого учитываем зазор по 5 мм везде. Также стекло делается, стекло тоже при температуре нагревается, расширяется. То есть этот зазор компенсирует все это, то есть никаких погрешностей не будет. То есть здесь у нас укладывается шнур, правильно? Да. Чтобы стекло сдавало, ну, да? не треснуло. Оно идет для того, чтобы и не было этого подсоса, лишнего воздуха. Эта дверь у нас без шибера. Без шибера делается дверь в том случае, если, допустим, в камине есть какой-то дополнительный подсос воздуха. Но еще также шибер служит. Вот дверь с шибером. Шибер служит для того, чтобы дверь, стекло не коптилось. Это тоже немаловажный фактор. То есть люди, когда смотрят, им, если будет закопченное, то есть то некомфортно. Двери делаются из полосы кованой. Полосы разного, ну, разных фигур, ну, как сказать, конфигурации и с рисунком разным. Также идет полный провар каждой двери. И потом наносится гравировка заново, вручную, повторяя этот рисунок, чтобы у нас на двери были, как будто бы они сделаны без всякой сварки, без ничего. То есть это мы отвечаем за это качество, то есть, чтобы это было все красиво, чтобы люди наслаждались нашими изделиями. Краски долгие какие годы. Использовать? Краска идет церта, термостойкая. Черная 1200 градусов. Все остальные краски, которые уже там коричневые, еще что-то, они идут до 800 градусов. Самая термостойкая, ну, больше выдерживает, это черная краска. 1200 градусов, но нюансы есть в том, что дверь, установленная в камин, ее нужно сперва сильно не закрывать, камин затопить, чтобы был прогрев равномерный всей двери, чтобы краска приняла свое место. Также можно выделять рисунки патины, правильно? Да, патины. Вот сейчас дверь подготовлена под патину. Сегодня ее нанесут на нее патину, и она будет вообще совсем другой вид преобразиться. Клиенты, люди, кто поставили камин, не думая о том, что им когда-то понадобится дверь, вообще никто не пользовался камином, сталкиваются с тем, что, во-первых, вылетает искра, то есть, ну, это опасно, пожары опасно, может загореться. Второе, подсос воздуха. Камин очень хорошо высасывает воздух теплый из помещения. Соответственно, когда он открытый, то есть он работает прям как в трубу, все улетает. Для этого ставят как раз и дверцы. Ну, я повторюсь, это пожарка. И второе, чтобы меньше вылетало теплого воздуха на улицу. Есть чугунные двери специально для каминов, но они идут в стандарте. И если
размер камина чуть больше, то уже туда не поставишь дверь. Или она будет маленькая, а камин большой, или наоборот, то есть там надо доделывать. Редко очень совпадает, что заводская дверь чугунная подходит в тот или иной камин, который сделан не под дверь. Поэтому мы стали как раз и изготавливать двери, чтобы в любой камин любого размера с аркой прямой, там разных форм, можно было поставить нашу дверь. Также еще дополнительные двери делаются еще для того, что у каждого клиента свои вкусы, и камины сделаны из выложены и гжелем, и всем. То есть под каждую камин мы дверь делаем такой же, практически подгоняем под по рисунку дверь, допустим, по конфигурации. Спасибо, Алексей Петрович, за экскурсию. Я думаю, что мы к тебе еще вернемся с каким-нибудь интересным видео, потому что много что можно здесь у тебя поснимать. Пришли в отдел продаж. Сейчас с девушками поговорим, как у нас проходит работа с клиентами. Ну и как вообще выглядит сама продажа дверей и оформление. Вот такие у нас замечательные девушки продают наши двери. Это у нас Алена. Алена, расскажи нам, как у нас проходит взаимодействие с клиентами, как мы доставляем их, ну, можно по пункту изначально, от заявки до продажи. Я поняла ваш вопрос. Смотрите, по поводу работы с клиентами, каким образом вообще происходит заявка. Заявку на расчет, либо уже окончательный заказ каминной дверцы вы можете подать любым удобным для вас способом. То есть это может быть телефонный звонок, это может быть заявка на почту, Viber, WhatsApp, в принципе, удобный для вас мессенджер. Можете присылать нам нужные вам размеры, дизайн, либо какие-то пожелания к дверце, то есть мы тут же делаем вам расчет. То есть далее уже мы согласовываем с вами определенный дизайн, который вам наиболее подходит. Для этого мы высылаем вам фото, видеозаписи тех изделий, которые мы делали раньше, и фото полос с узорами, либо гладкой полозы, и цветовая гамма того, что мы можем вам сделать. После согласования заказа по дизайну мы уже с вами приступаем к оформлению заявки акта на производство, учитывая все детали. Если вы находитесь в другом городе, то есть это совершенно не проблема, дистанционно мы это также все делаем, мы отправляем вообще по всей России данные двери, и при этом доставка у вас получается совершенно бесплатно. Доставка бесплатно? Доставка бесплатно, да, все дверцы нашего производства отправляем любой удобный транспортный, который есть в вашем городе, то есть это все предоставляется на выбор. То есть от Владивостока до Москвы, до Калининграда, грубо, СНГ, то есть да. Мы полностью, да, это все закрываем? Полностью вся территория, очень много отправляли двери в разные города, то есть закрывали и Москву, и Питер, и Калининград, то есть Татарстан, Молдова, то есть тоже у нас были заказы. Немного, но были, при этом отправляли. Количество есть уже? Ну, общее количество проданных дверей или по всей России? Вот так, чтобы понимание. Честно, во скидку даже не сориентирую, по Молдове точно помню, около 9 дверей было туда продано. Молдова? Да. Ну, я думаю, до 1000 мы еще не дошли, или дошли 1000? Я думаю, что дошли. Дошли. Далее, если вы находитесь в другом городе, то есть как вообще происходит отправка, после изготовления двери по согласованному с вами эскизу, мы уже делаем вам детальную фотоинструкцию, видеоинструкцию, все вам это высылаем. И только после вашего согласования, когда вы дали добро, что вас все устраивает и все именно так, как вы хотели, сделали, мы оформляем транспортную, при этом отправляем вам все наши накладные и трек-номера для отслеживания груза. Ведение сделки у нас происходит и до монтажа, ну, и до монтажа, и после монтажа, то есть консультации по телефону, это все также у нас имеется. Гарантия? Гарантия у нас идет 1 год с момента ввода в эксплуатацию. Она у нас также присутствует. Угу. Все документально заверено, это все прописывается в спецификации и в договоре на покупку. Все. Спасибо, Ален. Ладно, больше отвлекать не будем, у девушек работа. Все. Спасибо большое. Если вам нужна индивидуальная дверь для каминов, обращайтесь, выполним в любое время, отправим в любой регион России. Проблем вообще никаких нету. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будем рады вашим заказам.